высокоэффективное средство, как бросить курить. Настойка валерьянки. Опробовано лично на дяде, который курил 25 лет. Чего только не пробовал, куда только не ходил. Валерьяночка, да? Зашли в аптеку, купили 50 миллилитров валерьянки. Угу. Вылили в стаканчик. С тех сигарет, которые вы курите, 5 штук ломаем, табак высыпаем в эту валерьянку. Угу. Темное место, прохладное, ставим на 3 дня. Получается у нас настойка табачно-валерьяновая, так называется. Угу. Как только захотели курить, берем, промокаем вот эти же ушные палочки и смазываем у себя в носу. Почему в носу? Самый близкий доступ к мозгу. Валерьянка успокаивает, табак насыщает, дает команду, вроде бы мы покурили. Сколько раз в день можно делать? Да сколько угодно. Первые 5 дней не ждите вообще ничего, что что-то там произойдет, вы бросите курить. Чуть позже, на 5-6 день, понемногу что-то вроде пошло, команда насыщения. У меня где-то на 10 день пошло такое отвращение, что он, кто-то рядом, когда курит, хочется ему по морде просто дать, потому что он отравитель. И вот по этой схеме потом становится легче. Потом через месяц снова возвращается желание курить. Снова эту баночку достаем и опять смазываем ноздри. Носу обрабатываем. Да, рецептор быстренько срабатывает, насыщение идет. Через нос отличное, скажем так. У меня так много людей побросало, это я выставил как дарственную везде. Людям. Жалко людей, действительно. Хотят бросить курить, а в аптеке все это дорого. Вот спасибо. Вот спасибо. Так что пользуйтесь, пожалуйста. Не могу сказать, что 100% на всех сработает. Кому поможет, ты, и слава Богу. Ну, все, благодарю. Вот таких полезных советов, да, в вашу копилочку. Спасибо, я их выставлю. Назальный прием. Да, потому что он, ну, кажется, назальный. Посмотрите, это самое, в нашем любимом интернете, может быть, где-то я в буквах чего-то это самое. Но смысловая, что это и в Европе эта схема есть, и... А вот здесь, в России, обычно схема есть, это не карета, а когда брызгает, в рот брызгает. Ну, извините меня, но нейронам мозга, скажем так, намного мы эффективнее, быстрее придем, если будем в носу обрабатывать, чем в рот, мы проглотим желудок и через эту нервную систему, да, только оттуда получим в мозг. Если можно прийти сразу в мозг, вопрос, зачем идти окольными путями. Вот я тукнул, и как-то так лихо получилось. А потом на людях, скажем так, им подарил. Многие побросали. Кто бросил, а кто и нет, наверное, откуда знаю. Я ж не прослеживаю их, не судьбы. Вы сами знаете, что солично. Главное, посыл. Ты человеку дал, а он уже берет, не берет. Как можно, скажем так, диктовать. И вы очень верно сказали, к Богу обращаться надо почаще. Даже тем, кто далек от этого. Пускай какая-то постучит в эту дверь. Хуже точно не будет. Вот такие дела. Благодарю. Спасибо, пожалуйста. Всегда рады вас видеть. Любим, уважаем. Как-то общались в компании, и прямо на удивление, это год назад, где-то два, ну и без имен, зачем вам имена, все друг друга знаете. Я удивился, как хорошо к вам относятся. Ну, спасибо. Потому что, и главное то, что от души, и главное то, что миллионеры же, миллионеры, да, всю жизнь, кажется, толстосумы, да, казалось бы, там непростой народ. Да. С такой теплотой говорят, наш, слышишь? Это даже круче, чем золотая медаль. Золотую медаль можно на базаре купить, а слово, что он наш, как народный, это не... Это мне жена рассказывала, она не покупается. По радио слушала, что значит дали
Нобелевскую премию за там что-то от малярии. Ага. Разработали, значит, лекарство на основе полыни. А это, говорит, ведущий как зовет? Да это же нашему Малахову дать, он же про полынь говорит. Давай загоняй. Она так запомнила. Только голову вынес. Ну все. Ладненько, давайте. Спасибо вам большое. Счастливенько, счастливенько. До свидания, до встречи. Ага, встречи. Да, давайте встретимся. Спасибо. Таисия Стефановна, слушаю. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!